вами телеканал Shop and Show, и мы спешим создать вам новогоднее настроение уже сейчас. Мы спешим представить вам наше новое предложение. Это набор елочных шаров. Зимнее очарование. Действительно, это зимний перелив, зимнее очарование. Вы только посмотрите на эти волшебные шары. Сразу же повышается настроение, вспоминается Новый год. Надя, а ты помнишь, как раньше украшали елки в старину? Это были восковые свечи, да? Конфетки. Ну, да, если ты говоришь о каких-то открытках где-то 100 лет назад. А я вообще помню то время, когда елки украшали стеклянными игрушками. Они, конечно, были красивыми, слов нет, но, к сожалению, они очень быстро бились. Чего нельзя сказать о наших великолепных, замечательных шарах «Зимнее очарование». Посмотрите, как они держатся на елке, посмотрите, какие они красивые. И, внимание, давайте я продемонстрирую вам. Оп! И ничего не произошло, посмотрите. Конечно же, ведь это пластик, он никогда не разобьется. Теперь мы можем наряжать наши елочки вместе с нашими детишками и не бояться, что они разобьют наши елочные игрушки. Между прочим, Надя, первые елочные игрушки появились приблизительно 100 лет назад. Да, конечно, я понимаю, ведь традиция достаточно древняя, и украшать елки мы привыкли и делаем это каждый год, но хочется чего-то нового, чего-то свежего. Конечно, самое время обновить наши елочные игрушки, наши новогодние коллекции. Вы посмотрите, сразу я вам хочу продемонстрировать вот такую ниточку. Она уже входит в комплекте, уже приделана к нашему шарику. Помните, вот раньше были прищепки или мы просовывали ниточки? Ничего, теперь этого не нужно делать. Производитель все продумал. Вы посмотрите, вот такие очаровательные украшения. Вам достанется достать шарик и надеть его на нашу елку. Я сейчас хочу вам продемонстрировать, как я это делаю. Все вот просто. Посмотрите, все одна, очень просто. Одна секунда, и шарик на своем месте. Да. А я хочу обратить внимание телезрителей на то многоцветие, в котором представлены данные елочные украшения, елочные шары. И не только разные цвета, но и разные фактуры. Правда, Оль? Да, ну давайте поговорим про цвета. Вы посмотрите, например, вот Наденька демонстрирует. В наборе вы получаете сразу и вот такой глянцевый вид, и вот такой вот переливающийся с блестками, мой любимый, и вот такой вот матовый. Мне кажется, они прекрасно дополняют друг друга, создают определенную композицию. Но вам останется только выбрать цвет. А цветы у нас представлены в 4 расцветках, насколько я знаю, да? Да, это красное, золотистый или золотой, серебряный и синий цвета. Вы можете выбрать тот цвет, который считаете нужным, или комбинировать. Да, это я очень считаю, интересно. Что выбирать не нужно. Нужно приобретать сразу 4 цвета, и посмотрите на нашу елочку. Вот мы нарядили нашу елочку сразу 4 цветами. Вы посмотрите. И вот я держу их в руках. Да, посмотрите. Сейчас в руках у Оли целых 4 цвета, все варианты, которые возможны: красный, серебристый, золотистый и синий. Ну и, конечно же, все шары доступны в нескольких вариантах исполнения. Это глянцевый, матовый и вот такой блестящий. И все шары одинакового диаметра, 6 сантиметров. Определяйтесь с цветом, а лучше заказывайте сразу все цвета, чтобы ваша елка была самой особенной, самой нарядной. Мы вам сказали, что это набор, да, действительно. Набор состоит из 32 штук шаров. 32 шара есть в наборе. Давайте мы покажем вам, как выглядит набор, когда вы заказываете его и получаете. Вот такой набор замечательных шаров для украшения ваших новогодних елок. Я держу в руках красный, но у нас еще есть варианты. Еще есть серебристый, золотой и синий. Итак, 4 вариации, 4 цвета. Красный, синий, золотой и вот такой вот серебристый. Уважаемые телезрители, осталось определиться. Набор елочных игрушек. Цена Shop and Show 890 рублей. Торопитесь, создавайте новогоднее настроение уже прямо сейчас. А также заходите на наш не менее красивый обновленный сайт shopandshow.ru.